Hyundai Solaris, нифига его поколбасил, он в столб врезался еще. Да, еще и пронесся, и Lexus развернуло. Опупеть. Нет, Lexus еще приехал. И детская, это реанимация или скорая? Медицинская детская помощь. Вот, случайно Solaris попался с ударом боковым в правую переднее крыло. Подушки сработали, видно. Обе, и водительская, и пассажирская. Посмотри, удар вообще незначительный, говорят, был. Пипец, а бачок в дребезги. Генератор не задело. Лонжерон, не лонжерон, а как его? Ну, короче, корпус. Смотрите, как железо все вмяло. Железо, о, так тут железо-то бумажное. Смотрите, его рукой пим-пим. Заржавело моментом. Привезли 2 дня назад, ржавого не было. Ну, после удара. 2 дня прошло, дождик, все. Грунтовки никакой нет. Вот те солярисы. Ну, в принципе, это надо вытягивать все, восстанавливать. Бачок под замену. Здесь попало еще тоже вообще-то. Ну, бампер понятно, что раскололо. Ой, это бумажные машины, мои. А, вот даже смотри, лобовое в паутине, в трещины. Не знаю. А, ну да, геометрия кузова нарушилась. И лобовое поползло. Ну, удар-то по, как будто вот такой был у меня. Не знаю, короче. Но железо пипец бумажное. Я вон пальцами его прогибаю. Ну, что, наверное, восстановят. Ну, на таких машинах лучше не врезаться. Пол машины не будет.